Всем привет, дорогие зрители! Нашел пятикомнатную просторную квартиру для большой семьи на высоком этаже 12-этажного проекта с видом на всю Аланию. Квартира под ключ. Так, здесь у нас прихожая. Проекту 3 года. Есть инфраструктура. Так, здесь у нас коридор. Отдельная кухня. Начну я из отдельной кухни. Отдельная кухня. Бытовая техника фирмы Siemens. Духовка, плита, вытяжка фирмы Kumtel. Здесь у нас стиральная машинка Arçelik и накопительная система Boiler. Система комби, как турки называют, фирмы Баймак. У нас такая кладовка. Высокие потолки. Покажу сразу вид. Вид на море. Выйду на балкон. Вот такой очень большой балкон в длину. Вид на море, на соседнее здание и вот вид на крепость. Так. У нас большой открытый бассейн. В той стороне у нас беседка, скамейки, качели. Есть оборудование для спорта, фитнес-зал, сауна, джакузи. Лобби, детская игровая комната, открытая парковка и детская игровая площадка. Вот также скамейки с этой стороны, генератор. Вот. Идемте дальше. Блоки кондиционера стоят на балконе. Здесь у нас первая спальня, где-то 11-12 квадратных метров. Кондиционер фирмы Arçelik, новые, даже не открывались, не пользовались. Со всех спален есть выход на балкон. Здесь спальня побольше, 13-14 квадратных метров жилых. Тоже кондиционер фирмы Arçelik. Здесь у нас первый санузел с душевой кабинкой. Так, тут у нас третья спальня, тоже кондиционер Arçelik. Вид на горы. А здесь у нас хозяйская спальня, она побольше. Кондиционер Arçelik. Здесь у нас второй санузел хозяйской спальни. Вот. Также есть тут кладовка. Кондиционеры, внешние блоки выходят в эту кладовку. Вот такой потолочек. Ламинат везде. И здесь у нас гостиная комната, просторная. Такое освещение по бокам. Белое, голубое. Кондиционер Arçelik 18000 ПВТУ. Телевизор LG. Мягкая мебель. Вот так. С этого угла. Отсюда также есть выход на балкон. Шума никакого нету. Верхний этаж. Так, дорогие зрители, хочу подвести итог. Айдат здесь 230 лир. Цена этой квартиры 130
тысяч евро. Если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте. С вами был Агаси из Солнечного Вани, район Махмутлар. Всем пока-пока.